Елена Летучая на экране всегда выглядит жесткой дамой, категоричной в оценках. Как призналась телеведущая, в жизни она совсем другая. Муж и друзья ведь знают меня совсем другой, не такой, какой видят люди на экране. Я ироничная, веселая, компанейская, заботливая, нежная, незаносчивая. По дому хожу в тапочках с заячьими ушами. Люблю готовить, принимать гостей. Одна подруга зовет меня котеночком. Признайтесь, вам вряд ли придет в голову ассоциация «Летучая» с котенком. Летучая призналась, что ее трудно обидеть. В принципе, я знаю о себе все, поэтому меня трудно задеть. Шкура с годами стала непробиваемой. А ведь росла ранимой, зажатой, застенчивой, до такой степени, что было физически невыносимо спросить у прохожего, сколько времени. Что я делала? Выходила во двор и, хотя коленки предательски дрожали, заговаривала с незнакомцами: «Простите, как пройти туда-то?» — рассказала телеведущая в интервью журналу «Караван историй». А потом в один миг Елена все разрушила. В 27 взяла и разрушила все, что было. Сменила профессию, потому что хотела чувствовать себя счастливой. Мама уговаривала вернуться в финансовую сферу и прекратить мечтать о телевидении, а я верила, что получится. И когда кто-то говорит: «Летучей повезло, ревизора ее сделала», смеюсь. Программа ждала меня, а я программу. Все совпало, поскольку я знала, куда иду и зачем. Полностью интервью с Еленой Летучей читайте в свежем номере журнала «Караван историй».